среду в Самарской области будет ясная погода без осадков. Дневная температура воздуха -12, -15 градусов. Ночью 18-20 ниже 0. Ветер сменит направление на юго-западное. Скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо без осадков. Днем -12 градусов, ночью -18. Ветер юго-западного направления. Скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем -13, ночью 18 градусов ниже 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре ясная погода без осадков. Температура днем 14 градусов ниже 0, ночью до 20 мороза. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.